Всем привет! Вы на канале «Красота из мелочей». И в этом ролике еще один способ удаления ненужных волос с бедер. Буду использовать классический воск в картридже с полосками, как бандаж. Процедуру посчитаю по себестоимости при самостоятельной депиляции. Там нет профессиональных средств, зато есть обычные средства для депиляции, которые может себе каждый позволить. Поставлю таймер, чтобы вы понимали, сколько на это уходит времени. Это видео для тех, кто сомневается, что самостоятельная депиляция может быть сделана быстро, качественно, а главное еще и за смешные деньги. Ну что, я готова к депиляции, а вы готовы смотреть? Воск в картридже очень хорошо нужно разогревать, иначе он не будет работать. У меня в данном случае не очень хорошо наносится, потому что картридж у меня новый и ролик не разработан. Вспоминаем, как работать с классическим воском. Классический воск наносится по росту волос, срывается против роста волос. Кстати, добавлю, что классический воск очень быстро остывает на области, поэтому нельзя долго его держать, нужно сразу удалять. Глядя на статистику по моему каналу, можно сказать, что многие из вас смотрят ролики, не подписываясь. Конечно, это грустно, я бы хотела видеть обратную связь. Поэтому не откладывая, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и не пропустишь новые видео. На моем канале есть много роликов о способах удаления волос на ногах и не только. Посмотрев их, вы точно определите для себя, что вам подходит – сахар или воск, и навсегда откажетесь от бритвы. Ведь такие процедуры абсолютно доступны. Себестоимость домашней депиляции ног до 150 рублей за область. Вы экономите деньги, а также время на поход к мастеру. Конечно, найдутся те из вас, кто скажет, что мастер сделает лучше. Возможно, да. А вы не думали о том, что вы способны за 10, пусть 15, 20 минут и 70 рублей сделать самостоятельно депиляцию голени? А вы можете. Правильно подобрать материалы именно для вашей кожи и волос. Я помогу. В этом разобраться совсем несложно. Пишите в комментариях, я выйду на связь и мы обсудим. Купить эти материалы абсолютно недорого, с любой точки земли сейчас вообще не проблема. Под моими роликами в описании всегда есть ссылки на проверенные товары еще и со скидками. Купив такие материалы, не думайте, что они испортятся, если вы не часто будете ими пользоваться. Я расскажу, как их хранить, и когда вы вновь приступите к депиляции, все получится. Я в своих роликах подробно рассказываю и показываю разные способы и техники удаления волос. Это действительно несложно, и каждая из вас справится, стоит только поверить и взяться. Поэтому обязательно вспомни, что скоро весна, а там и лето не за горами, а кто не любит чистоту и комфорт? Это ведь не только красивое тело для всех видящих, но и приятно для себя самой.
Ну что, бросаешь бритву? Пиши мне, обсудим твое тело без волос, твое уверенное завтра без бритвы. Тут можно поставить и посмотреть в зеркало. Кто не видит, кто не ощущает уверенности в удалении всех волос с задней поверхности бедер. Ну что, стоп, время у нас получается 6:13, то есть на обе ножки примерно 12-13 минут. И как я посчитала, по себестоимости 115 рублей, это обе ножки по стоимости. Как видите, все реально, материалы в доступе, руки у всех на месте. Поверьте, нужно чуть сноровки и больше уверенности в себе. И все, берегитесь взглядов на ваши красивые ножки без волос. А главное, гордость за себя, открыв в себе еще и талант в депиляции. Как всегда, жду от вас лайки и ваши истории про депиляцию в комментариях. Не стесняйся, пиши, у нас там девичий чат.